сейчас прозвучит известный во всем мире русский марш прощания славянки. В этом году этому маршу исполняется 100 лет. Дирижирует сингапурский дирижер капитан Тан Аик Кикан Стивен. Завершился еще один день 5-го военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». Мы приветствуем оркестры Евросоюза, Австрии, Польши, Франции, Италии, Германии, Греции, Казахстана, Китая, Сингапура и России. Главный художник фестиваля Михаил Снягин-Барбаров. Фестиваль также принимал участие города Минского музыкального колледжа при Московской консерватории. Художественный руководитель Леонид Павлов. Стихи прозвучали в исполнении Аллы Демидовой, ведущей Евгений Порошенко. Спасская башня прощается с вами, дорогие друзья. Военным музыкантам слава! Ура! До новых встреч, дорогие друзья!